4. Творческий проект называется «Арт Лаборатория Конь и Птица». Вот, там есть театральная часть и художественная часть. И как раз пресловутый environment art. Значит, ярославская лошадка, которую мы сделали в рамках акселератора, крафт-акселератора, да, с департаментом по туризму. Вот, опять же, если бы нам не было поддержки от фонда и не было бы средств существования, мы бы никогда бы не потратили время, чтобы сделать деревянную лошадку-сувенир. Вот, мы бы бегали, искали, что бы покушать. Вот. А тут у нас эта работа, и мы могли потихонечку объединиться и сделать вот лошадку. Вот, потом вот этот вот Historic Hoofprints, да, «Живая история Ярославля», где вы снимались, да, вот. Кстати, ролик вообще на большом экране, там экран просто с этой стены, там был на мастерах эти гостеприимства. Я думаю, я такая подхожу к этим, ну, к людям-то техническим, которые этим, ну, проецируют, да. Я им говорю, слушайте, а как узнать вообще на большом экране, ну, как будет выглядеть? Да, будет ли картинка смотреться? Они такие говорят, да, вообще у вас все классно, как бы. И я такая прямо гордая, думаю, мы такие молодцы. То есть у людей, потому что там уже остались вот эти вот проекты мощные такие, у которых бюджеты там на видеосъемку, там такое все. И я думаю, фига мы такие крутые, мы прямо на коленке такие, ух-ух. Да. Вот. Рано-рано утром. Да, нет, то есть у нас получилось вот то, что прямо здорово. Я это волновалась, потому что мы брали вот эту съемку с коптера, ну, деньги там в интернете выложены, мы скачивали. Вот. Я думаю, наверное, там будет пикселить. Нет. Вообще все здорово, хорошо. Как-то все так зашло, и музыка зашла, и все таки сидят такие, ух, ух, прямо, и я так думаю, вот как здорово, мы молодцы. То есть, ну, вот работа команды, я думаю, что если бы мы все не работали вместе, не объединялись, то есть тоже бы не смогла бы я дойти до полуфинала, я бы даже до финала дошла, но обстоятельства немножко против меня были. Вот. Ментальные инвалиды, которые соцучреждения, да, ребята, с которыми мы занимаемся, в дальнейшем могут участвовать именно в этом проекте. И они могут выступать, и тем самым они, ну, как сказать, могут зарабатывать деньги. Да, и у нас есть опыт показа и включения туда как раз ребят из интерната в исторические шоу из в Переславле, в Ярославле, и мы увидели, что зритель не видит, что они инвалиды. То есть, значит, ну, в чем плюс нашего проекта, то, что у нас не видна инвалидность как раз, да. Вот, и зритель не видит инвалидов, то есть, ну, зритель не видит, и нам плюс, и им плюс, и всем плюс. Сейчас мы участвуем в этом ресурс туристический будет называться «Выходной в Ярославле». Вот. Mm-hmm. И мы как раз туда включились вот с этим своим проектом. И возможно, что мы можем приглашать туристов. Вот, а ну, это очень популярно выходного дня. Да, туризм, да. И они хотят сделать поиск. Вот, и чтобы по этому поиску, то есть как бы не вот эти вот храмы вылезали, то есть мы за что боремся? Потому что у нас однообразно туристическая картинка по всему Золотому кольцу. Ты приехал в Суздаль, вот Волга, вот Стрелка, да. Вот храм. У нас тоже самое, у нас все Золотое кольцо. Приехал в Владимир — храмы, приехал в Суздаль — храмы, в Ярославле — храмы, в Переславле — храмы. Ну и чего, так дайте живую-то какую-то картинку-то. Ну, почему люди-то ходят в эти всякие музеи утюгов, до сапогов, до валенков, не знаю что. Это потому что все-таки разнообразие какое-то. И там есть интерактивы, и особенно детям интересно, да? Наш вариант живой истории значительно лучше бы запомнился. Да, да, это важно, потому что у нас вот эта часть Средневековья, например, очень охвачена. У нас люди знают про Ярослава Мудрого, и мне то сказали, а чего у вас князь-то Федор Смоленский? Какой-то там его никто не знает. Ну давайте Ярослава Мудрого. Я говорю, как его? Это когда вот мы уже в акселератор зашли вот с этим проектом. Я говорю, да какой Ярослав Мудрый? Ярослав Мудрый, он сюда пришел, город основал, и то ну, неизвестно, основал он или нет. Ну, основал, ладно. И дальше ты чего, какая история? Он здесь, ну, не княжил, ничего не делал. Ну, максимум он тут Кремль заложил. Ну, это, ну, где жить-то себе там, терем. И церкви. Вот, то есть храм Николы Рубленного, да, считается, что он был заложен при крепости этот еще времена Ярослава. Все. Данных-то нету. А здесь как бы такая история про вот эту ханскую дочку и все. Это прекрасно, и главное, что она и авантюрная, и поучительная, и какая-то еще, и хочешь тут и патриотизм развивай, и хочешь тут и картинку развивай. Вот. Главное, князь на все случаи жизни. Вот. И теперь у нас уже и дети подрастают, прекрасно. Вот. Дети мои индивидуальные. Ну, я имею в виду для ролей. Просто когда ты говоришь, что у нас еще дети подрастают, я просто, чтобы уточнить. Общие театральные дети. Ну, они выращены, конечно, на репетициях. Но они подрастают, это точно.
И то есть, и это здорово. Я думаю, что это, ну вот если бы вот все пошло, как мы хотим, это был бы классный туристический продукт. И... были, да, популярны, чтобы это был первый действующий инклюзивно-конно-драматический театр в России. И чтобы он был популярен. И чтобы люди хотели бы попасть туда. Продолжая традицию. Продолжая традицию, да, то есть первого русского театра, театра Федора Волкова. Да, да, мы так и хотим. И чтобы это был туристическая, конечно, аттракция, чтобы как ну, бы... ну, имеется в виду, да, что туда дальше. Но я и говорю, чтобы популярность. Как бы достопримечательность. Но я и говорю, чтобы популярность, чтобы все люди хотели бы туда попасть, да. То есть они бы приезжали в Ярославль, куда, то есть первым делом, не первым делом, а одним из, да, то есть куда сходить. Красивый обязательно на, да, на инклюзивный конно-драматический театр «Белая лошадка» посмотреть, какой там есть спектакль. Будет, пусть кто там... ну, на историческую тему или на другую, я думаю, что может быть репертуар очень развернутый. То есть, вот, ну, наверное, вот это успех.